Fără să se uite în urma sa, Irina a părăsit Ucraina și a venit în grabă spre România cu cei trei copii ai săi, chiar dacă nu are pe nimeni aici. Pentru ea, momentul în care alarmele au pornit, iar oamenii au început să strige după ajutor, a fost cel mai dificil. Atunci și-a dat seama că nu mai există nicio șansă să rămână în casă. Ночью слышны взрывы, звучит сирена воздушной тревоги, и ты понимаешь, что что-то летит, куда оно прилетит. В основном это все ночью. Включались, ну, в общем, все, конечно, куда-то бегут, звучат колокола, звонят, пока не закончится воздушная тревога, чтобы во всех частях города было слышно, потому что не везде слышна была сама сирена. И это страшно, на самом деле, потому что где взорвалось, что взорвалось. A luat în grabă câteva alimente, haine groase pentru cei mici, actele de identitate și bani. Katia, Kiril și Palina au fost alături de mama lor din prima clipă. Мне бы хотелось, чтобы это все прекратили, чтобы люди одумались. Это 21 век. Я считаю, что мы достаточно интеллектуальны для того, чтобы решать это словами, а не мериться силами. Не убивать, не стрелять. Acum, Irina și cei trei copii ai săi stau într-un hotel din municipiul Constanța, însă nu pentru mult timp. У нас здесь нет родственников, сюда уехали мои родственники с детьми, тоже уехали из Одессы. Ну, мы решили, что здесь будет безопаснее, и мы будем планировать, вот сейчас мы занимаемся, ищем дом, чтобы остаться хотя бы где-то на месяц. Speranța a rămas singura de care se mai agață Irina și familia sa. Până nu va reveni totul la normal, nu are de gând să se întoarcă în Odessa. Momentan, România i-a devenit casă.